Hello, my friends! Привет, друзья! В этом видео я покажу и подробно расскажу, как скачивать книги с интернета абсолютно бесплатно в 2024 году. Итак, готовы? Поехали! Итак, мы заходим в Google, пишем flibusta.com. Видите, Flibusta, книжковое братство. Заходим сюда. И вот там в уголку, видите, я показываю, вот, пишем название книги или имя автора этой книги. На данный момент у меня Александра Белякова. Искать. Нажимаем «Искать». Нажимаем и смотрим, что мы нашли. Видите, нашли Александра Белякова. Одна книга. Нажимаем. Ждем. Нажимаем «Скачать e-book». Только e-book скачиваю. Остальное не знаю. Нажимаем «Загрузить» и ждем. Вот, нажимаем «Загрузки», смотрим. Александра Белякова. Теперь нам осталось только ждать. Здесь я ускорю. Абсолютно бесплатно и без проблем. Здесь загрузилась, нажимаем и перебрасывает нас в библиотеку. Открываем книгу на богатом. Вот, смотрим вступление, листаем и читаем. Денежное мышление. Что такое денежное мышление? Дальше. Вот как-то так. Это моя галерея, библиотека и мои книги. Вот видите, новые поскочивала. Вот так можно скачивать любую книгу. Все очень просто, бесплатно. Ну, например, сегодня еще скачала, вот откроем, про деньги, все секреты. И листаем. Вот так вот. Если видео было полезным, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Вот еще одна книга. Закон Вселенной. Закона. Видите? Сама этим пользуюсь, сама скачиваю, читаю. Так сказать, говна не посоветую. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем хорошего дня!